традиционно уже сейчас выплачена материальная помощь. Мы успеем, кто-то еще вот ее получает. Ну и, конечно, к 9 мая все получат, я думаю, что и медали, которые посвящены также нашей 75-летию Великой Победы. Сегодняшнее мероприятие, к сожалению, впервые у нас проходит без наших участников, без наших ветеранов. Но это, мне кажется, правильно, что и наша общественная организация малолетних путников приняла такое решение, что в такую педагогическую обстановку лучше посидеть сегодня, конечно, дома. Но сегодня власти, областные, городские, наши ветеранские организации здесь традиционно для того, чтобы почтить память всех тех, кто погиб в концлагерях. А это по разным оценкам от 11 до 12 миллионов, отдать им дань памяти, ну и, конечно, вспомнить тех, кто сегодня живет.